Приветствую. Тут у меня чат уже начинается с каких-то восхвалений в мою сторону внезапно. У нас сейчас разговор про разработку под Linux продолжается. В прошлый раз мы с вами остановились на примитивном makefile. Вот с этого makefile мы сегодня и начнем. А также со соображений, для чего они такие нужны. Вот. Но прежде чем мы с него начнем, немножко про то, что за картинки вы видите перед собой, почему они не равны тем картинкам, которые, возможно, вы получили у себя на Linux-машине. Вот, кстати сказать, я удивлен, почему мне никто до сих пор не запросил аккаунта для работы с практикумом на той машине, на которой все это делаю, я их раздаю. Вот, ну, правда, по персональной и все такое, но тем не менее. Значит, понятное дело, что перед вами настроено лично мною и лично под меня окружение, одни цвета чего стоят. Но знать о том, что это существует, не вредно. Поэтому начнем прямо сначала. Начнем с того, что у меня используется в качестве shell Zshell. Он объективно больше, круче, чем bash. И, кстати сказать, говорят, Zshell по умолчанию теперь является командной строкой в MacOS внезапно. Ну, потому что он свободный, взяли да поставили. Чё? Некоторый недостаток Zshell стоит в том, что он не всегда есть из коробки, хотя вот говорят, в MacOS есть, и он реально сложный, то есть я очень многих его глубин не знаю, вот, до конца. Но вокруг Zshell написано дикое количество рецептов, которые можно применять не глядя, или глядя, вот. Поэтому то, что мы с вами видим, это подсказка командной строки Zshell, у которого помимо всякого есть еще и возможность в эту подсказку команд строки засунуть всякие интересные, дайте мы сходим на Linux Prag как раз. Вот, интересующую нас информацию, например, про каталог. Вот, очень модно сюда вставлять, например, информацию про то, на какой ветке репозитория мы находимся, если мы попадаем в репозиторий. Вот, в общем, полезная штука. Вот, а выглядит это примерно вот так вот. Есть переменная круг. Не смотрите сюда, это мой. Да, или смотрите. Есть переменное окружение PS1, в которой. Она не пугайтесь, это лично моя такая, сейчас, ладно, покажу. PS1, в которой вы указываете командную строку. Ну, давайте я, что ли, покажу, как это может выглядеть, а не то, что я тут нарисовал. PS1 равно, и дальше пишем вот это вот. Вот. Да, что это означает? Имя пользователя. А, нет, underline, подчеркивание, как бы. Имя пользователя, подчеркивание выключено. Add, bold включен, жирный, имя машины. Надо было написать еще bold выключен. Вот. И вот так. О, вот, пожалуйста. Вот. И еще путь можно было написать. Кажется, это просто вот так пишется. Просто тильда. Ну-ка. Нет, не тильда. Ну, я забыл. Во, процент тильда. Вот. Вот он так выглядит. Это гораздо более короткий вариант, чем то, что вы видите. А то, что вы видите, выглядит так страшно, потому что я тут использовал некоторые условные операторы в зависимости от длины получившейся строки, чтобы эта строка помещалась на экран. Потому что иногда бывает так, что строка на экран не помещается. И это вообще генерат, то есть он генерируется. Вот, он генерируется. Давайте тогда вот так вот. Вот он генерирует таким вот образом. Вот. То есть, если длина превышает чего-то, то один вариант. Если превышает чего-то, то другой вариант. В общем, такая вот непростая конструкция. Но в действительности она может быть и достаточно простой, с тем, что на самом деле, видите, вы должны четко указывать Shell включить режим подчеркивания. Вызвать, ну, короче,
содержимое этого PS1 интерпретируется особым образом. Вот. Если здесь зашло о том, да, значит, почему тут написано подчеркивание, а здесь фиолетовый цвет? Просто потому, что эмулятор терминала, с которым я работаю, Xterm, настроен таким образом, что подчеркивание и жирное он просто другим цветом выделяет. Это можно попробовать выключить. Вот. Но я не помню где. Штука ворвиглазная, согласен, но вам совершенно не обязательно ее косплеить. Вполне возможно достаточно простых конструкций. Вот. Короче говоря, Xterm умеет цвет вместо подчеркивания и вместо подчеркивания и жирного шрифта делать цвет, чтобы красиво было. Вот. И вот. Про то, как делается цвет, мы с вами уже знаем. Вот. Цвет — это всего лишь escape последовательности, дополнительный, выводимый на терминал, если он поддерживает цвет. Вот. И точно так же себя ведет утилита grep. Обратите внимание. Она тоже умеет цвет в цвет. Значит, только я не помню, где хранится этот конфиг. Grep colors. Вот. Вот если определить grep colors, то в документации по grep сказано, что означают все эти ключевые слова, то у вас, например, при поиске будет выделяться шаблон нужным цветом. По умолчанию он красный, это меня жутко пугает, и вот и мне это не нравится, а у меня он, видите, тоже какой-то такой один болт. Так, вот. А так перекрашивается grep. Как еще? Еще перекрашивается ls. Вот. Тут уже достаточно развеистый синтаксис, потому что, во-первых, вы можете указать разные типы файлов и права на типы файлов и перекрашивать их в разные цвета. А еще вы можете указать разные просто шаблоны. Ну, в данном случае файлы расширения к ним, потому что принято расширение использовать. Вот. Этот страшный файл на самом деле генерится с помощью утилиты под названием dircolors из более понятного файла, который называется .dircolors, где вы вот все это описываете в более нормальном языком описания. Вот. Да, значит, наличие файла .dircolors вот такого приводит к тому, что при запуске запускается dircolors, dircolors выдает вот такую переменную, она экспортируется, вот видите. И тем самым ls у нас перекрашивается. ls у меня, как видите, тоже перекрашенный в мои любимые цвета. Вот. Точно так же у нас перекрашен vim в мои любимые цвета. Вот. Тут уже прям целая раскраска. Вот. Что еще? Есть некоторое количество алиасов к shell, к z-shell, вот, всяких удобных. Возможно, нам когда-нибудь понадобится вот такой вот алиас, чтобы, смотрите, видите разницу, да, значит, перегрузка переменных окружений. Что еще интересного? А, да, еще интересная штука, у меня установлен плагинчик к Z-Shell, который при наборе команд раскрашивает их в зависимости от того, считает ли Z-Shell этот синтаксис верным или нет. Да? Видите, да, при наборе команд они раскрашиваются. Это плагинчик, который называется Z-Shell Syntax Highlighting. Вот он, красивенький. Вот. Такая же штука есть для Bash, называется Blesh. Только не помню, где он у меня есть. Где-то он у меня есть, кажется, вот тут. О! Что-то он недонастроенный какой-то, но идея именно в этом, да? Вот. Он еще, видите, умеет подглядывать в историю, этот блеш, и подсказывать какие-то из истории навязчиво эти. Ну, видите, да? Ну, в общем. В общем, красиво. Вот, кстати, как выглядит PS1 в Z-Shell. В Bash, в отличие от Z-Shell, где PS1 можно прямо написать, включи ты подчеркивание, как у тебя в терминале это сделано, в Bash это сделать нельзя, Bash прибивает гвоздиками escape последовательности, что, в общем, не очень хорошо.
Вот. Ну, это, кстати, одна из причин, по которой пользуюсь ZShell, потому что с этой штукой всегда бывают проблемы. Вот. Что еще такого интересного, о чем можно рассказать, про то, почему мое окружение выглядит не так, как ваше. Vim я вообще очень сильно настроил, вот, поэтому там может быть много чего не так, как по умолчанию. Видите, вот это все source, это дополнительные команды Vim, которые я вызываю, которые написаны мною. Это в общем. Вот. То есть некоторое количество дополнительных настроек, наросших за время пользования мною Unix-овыми окружениями, со мной путешествует. Вот. Да, еще я очень люблю плагин для Vim, который называется Syntastic. Вот. Вот такая лошадь. И это универсальный инструмент, который при наличии соответствующих инструментов проверки синтаксиса делает в Vim проверку синтаксиса, стайл-чекинг, еще много всяких штук в, значит, набираемом вами тексте. Возможно, вы видели на лекциях, он иногда начинает меня ругать, что я некрасивый код пишу. Вот. Бывает полезно. И последнее, что хотелось сказать, прежде чем мы начнем двигаться дальше, это что помимо алиасов, которые тоже существуют в количестве, и в том числе какие-то благоприобретенные, обычно у такого заядлого пользователя командной строки есть целый зоопарк своих собственных скриптов. Они где-то вот тут должны лежать, точка local slash bin. Ну, значит, просто slash bin. Да, вот. Старое место это tilde slash bin. Вот. Более новое место обычно их кладут вот сюда, потому что там, скажем так, это место, куда... Это разные места, извините. Это место, куда обычно устанавливают всякие... Ну, вот видите, тут один питон сплошной. Место, куда устанавливают всякие приложения, которые вы ставите как пользователю у себя в пользовательском каталоге. Да, вот pip install минус-минус user постанет вот сюда. Вот. Вот видите, какое количество всего понаписано уже, и даже есть целый каталог old, где содержатся утилиты, которыми я больше не пользуюсь. Можно было их удалить, потому что они все хранятся в гите, но почему-то я забыл их удалить. Наверное, для того, чтобы в них подглядывать в случае чего. Вот. Абсолютно на разные случаи жизни, просто ну совсем разные. Некоторые из них совершенно анекдотические. Например, вот это вот. Это однострочник на питоне, который... Ну хорошо, чуть-чуть почти однострочник на питоне, который выдает три, что ли, слова. А. Чё? Тут какая-то кавычка ненужная, да? Четыре. Выдает 4 слова из числа популярных на английском языке, вот, случайных. Чем хороша эта штука? Это идеальный пароль. Вот такой пароль не взламывается, несмотря на то, что все слова можно запомнить. Фактически вы этот пароль уже запомнили. Но обратите внимание, что это явно про какие-то школы боевых искусств китайские. Если часто, значит, тренировать мускулы по-китайски, то все будет хорошо. Вот. Аккуратно. Ну, в общем, вот. Да, вот такая фраза является паролем. Значит, на самом деле это какой-то заход на какой-то гитхабчик, где эти самые Google 10 тысяч слов, наиболее популярных в английском языке, хранятся, и random оттуда. Но это не имеет отношения к разработке под Linux, конечно, но это к тому, что у каждого, значит, каждый с собой таскает какое-то количество велосипедов с треугольными, квадратными и прочими колесами, которыми ему удобно пользоваться. Иногда бывает так, что вот эти велосипеды реально с квадратными колесами, то есть вам такой крутой линуксоид начинает впаривать какую-то, в общем, штуку, которую там устарел 5, 10, 15, в моем случае 20 лет назад. С горящими глазами, смотри, какая крутая. Вот если я буду так делать, имейте в виду, что такое тоже бывает. Имейте снисхождение.
Окей, это была присказка, а сейчас будет сказка. Сделаем каталожик. Да, значит, обратите внимание на то, что у меня случилась ошибка off by one. Вот. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на то, что у нас переименовались модули и что нужно переименовать модуль с домашним заданием. Простите, это будет описано сейчас в домашнем задании. У нас теперь вот это все соответствует нумерации в лекциях. Вот, извините, так уж вышло. Вот. В домашке будет написано, что куда переименовать. Просто имейте в виду, что это нужно сделать. Иначе роботы, которые вас проверяют, могут вас не понять. И мы переходим к теме нашего сегодняшнего разговора, к многофайловой сборке. Вот. Вот видите, уже слишком много, да? Секунду. Вот. Уже слишком широкая командная строка. В моем случае она хотя бы не дойдет до конца. Вот этот страшный PS1, который написал я, видите, что он делает? Вставляет такую замену. Если он видит, что строка слишком широкая. Она шире не будет, чем то, что здесь. Ну вот, значит, вот мы переходим к тему нашего сегодняшнего занятия. Это многофайловая сборка. Почему ваш проект может состоять из многих файлов, а не из одного? Ну, самый очевидный вопрос, ответ состоит в том, что... Не знаю, кстати, в чем ответ состоит самый очевидный вопрос, но очевидный для C, на самом деле, вопрос состоит в том, что... И только таким образом вы можете ограничивать пространство имен внутри некоторого кода. Да? У вас в программе на C есть всегда глобальные переменные и локальные для функции переменные. И все. Если вы написали код на C, который состоит из одного файла, у вас все глобальные переменные видно. А все локальные являются локальными. Если вы хотите ограничить пространство имен на C таким образом, чтобы внутри некоторого кода все переменные были глобальными, а снаружи от него их не было видно, эти переменные, да, то у вас единственный путь это сделать, это положить это отдельно в отдельный файл на C, обозвать эти все переменные глобальный статик, и их не будет видно. Вот тут люди жалуются на то, что поиск в редакторе люди замучились делать. Одно из двух. Либо вы не очень хорошо освоили поиск в редакторе. Это не наезд, Александр, это просто замечание, да? Обычно это довольно просто. Либо вам требуется какой-то более крутой, развесистый редактор, который умеет там какие-то теги, какие-то букмарки. Например, редактор Vim, который все это умеет. Вот. У него есть букмарки, вы можете просто поставить закладочку и прыгать по закладочкам. Вот. Но все это надо осваивать. И да, вы совершенно правы, Александр, если вы как бы к этому делу, ну, как бы не имеете достаточно опыта пользования такого рода крутыми редакторами, то в маленьком проекте все достаточно просто, а в большом проекте действительно вам придется долго и нудно туда поискал, сюда поискал. Ладно. Возможно, даже у вас есть соответствующая практика, но действительно там 3000 строк на C это многовато, правда. Так не делают. То есть Александр, собственно, подтверждает аргумент проще ориентироваться, да? Тем более, что имена файлов на C могут играть, ну и вообще имена файлов с кусками программы могут играть роль смыслообразующую, да? Из имени файла на C, как из имени модуля в модульных языках программирования следует, что в нем такое реализовано. Вот. Третий и, пожалуй, самый важный пример состоит в том, что, вообще говоря, эти файлы в разное время компилируются. Допустим, если часть из них составляет библиотеку, и эта библиотека нужна многим пользователям, а не только вам, да, то библиотека компилируется отдельно, собирается как библиотека. Если это файлы, которые иногда включаются при сборке, а иногда не включаются, об этом у нас будет занятие, но позже, то они тоже должны быть отдельно. Ну, короче говоря, очень часто бывает, что чисто структурно ваш проект состоит из нескольких файлов, не может состоять из одного. Вот. Давайте мы сразу перейдем на пример. Значит, обратите внимание на то, что план лекции снабжен ссылками на две большие статьи. Я в какой-то момент заморочился, написал здоровенные статьи. Они настолько здоровенные, что если я их буду пересказывать один к одному, то они просто не влезут в нынешнюю лекцию, поэтому я советую их просто прочесть. Они несложно,
как бы по структуре. Вот. И вот мы сейчас возьмем, просто скопипастим пример. Нет, не отсюда, вот отсюда. Вот. Многофайловые сборки. Значит, сразу скажу, что принято в многофайловых проектах исходники на языке программирования выкладывать в отдельный каталог. Сейчас мы этого с вами делать не будем, мы это сделаем со следующего раза. Сейчас мы будем поступать, как это, усложнять структуру понемножку, да, и наш многофайловый проект будет лежать прямо в каталоге с проектом мультифайл, то есть прямо здесь. Вот. Так обычно не делают, обычно надо делать еще и под каталог, скажем, SRC, вот, и это будет на следующей лекции. Но сейчас мы упростим себе немножко задачу. Вот. Значит, вот у меня проект, он состоит из 4 файлов, 3 файла на оси и 1 инклюдинг. Ну вот давайте мы это все и соорудим. Этот файл prog.si. Этот файл констант, с описанием констант. И этот файл с описанием функции. И этот файл с чем? А, это инклюдник. Это инклюдник. outlib.h. Ну, в общем, тупейшая на самом деле, тупейшая программа. В ней определена функция output, которая на самом деле printf. Давайте по нему посмотрим, да. Вот в файле фон определена функция output. Это единственное, что там определено, которое на самом деле printf, выводящий некоторую глобальную переменную count и увеличивающий ее, кстати. Здравствуйте. Побочные эффекты функции C. Увеличивающий глобальную переменную count и с каким-то комментарием. Вот. Фактически предполагается, что человек, который пользуется этой функцией output, будет выводить некую строку, и каждый раз, когда он ее выводит, вот этот номер, который выводится, будет увеличиваться на единицу. Сам этот номер хранится в константе, которая описана вот здесь. Count этот. Вот. Вариант использования... этот самый инклюдник выглядит вот так. Понятно, это описание функции, и это еще extern int вот этой переменной. Да? И вариант использования хранится в файле prog.si. Вот он. Тут, смотрите, ради смешного, count инициализируется количеством параметров командной строки. Ну, не знаю, зачем я это сделал, но пускай будет так. Вот. Обратите внимание на то, что здесь трижды вызывается output. Ну, я вангую, что тут должно быть что-то типа 1, 2, 3. Давайте проверим. Чтобы все проверить, мы можем поступить трояко. Для начала мы можем просто скомпилировать все наши файлы одновременно одной командой cc. Да, там cc от звездочка.си минус o prog. Что при этом произойдет? Ну, давайте попробуем еще минус v сказать. Да. Это была версия, да? Это была версия. Или нет? Нет, это было все, что нужно. Вот. Он скомпилировал 4 раза скомпилировал наши. 3 раза скомпилировал наши программы на C, потом их сассемблировал и потом их скомпоновал. Вот этот кусок компоновщика. Это еще AS. А где компоновщик? А, вот компоновщик. Вот. Появился spellfile.prog, и он работает. Вот как я и заванговал. 1, 2, 3. То есть каждый output увеличивает номер на единичку. Чем плоха идея компиляции всего сразу каждый раз? Ну вот ровно тем, на что тут жалуется Александр. А если эти файлы не по, не по одну 5-8 строчек, да?
Да по 30 тысяч строк. Или того больше. Или самих файлов миллион. Ядро Linux какой-нибудь. Очевидно, что каждый раз перекомпилировать вообще все файлы, из которых состоит ваш проект, это затратная штука. Вот. Особенно если файлов много, они большие, вот это все. Вот. Что мы могли сделать? Мы могли поступить по-другому. Мы могли каждый из этих файлов скомпилировать до состояния объектника, то есть сказать вот так вот. По-моему. Даже вот так вот, по-моему, достаточно. Сейчас, нет. Вот. Да. Вот у нас был const.c, из него получился const.o. Это объектный файл. Он состоит из скомпилированного кода нашей программы. Ну, нашего const.c, в котором ничего нету, да. Вот. Только это. И больше ничего. Он довольно маленький. Вот, как видите, но 984 байта. Но что-то в нем все-таки есть. Ну, попробуем на него посмотреть. Objdump. Objdump минус A. Const.o. Нет, не начни. А. А что там надо? А, это headers, source, stubs. А что? Я хочу, чтобы все сразу было. А, минус-минус all. Минус x. Минус-минус all. Вот. Как видите, в нем ничего нету, кроме того, кроме одной. Ну, это описание, как он выглядит. Это какие у него есть секции. Секция у него ровно одна. В этой секции лежит одно единственное имя аккаунт. Вот, ну, собственно, кто бы сомневался, что так оно и будет. Да? Примерно так же можно поступить со всеми остальными файлами, которые у нас есть. fun.c и proc.c. Вот. Поскольку fun.c и proc.c более суровые программы, ну давайте посмотрим, например, proc.o. proc.o. Вот. Что мы видим в proc.o? Proc.o мы опять видим, какие у него есть секции. У нее есть какой-то код. У нее есть, вот он, какой-то код. Relocate.txt. И у нее есть какие-то имена, на которые она ссылается. Причем, обратите внимание, main имя в этой программе определено, а имя count и имя output в этой программе не определено. Это какие-то для нее внешние понятия, и на стадии компиляции в объектный файл, разумеется, никто не знает, где лежит этот count и где лежит этот output. Вот. И такая же фигня с fun.o. Значит, в ней, в файле fun.o определено имя output, но не определено имя count и не определено имя printf. Да? Откуда берется printf, никто не знает. Вот. Теперь мы должны скомпоновать из этих O файлов. Да, значит, при этом header файл, разумеется, был включен еще при процессором, мы это видели на прошлой, что ли, лекции, при обработке этих файлов. Теперь мы можем скомпоновать из этих файлов уже бинарник, который сделает две вещи. Две вещи. Во-первых, проверит и составит совокупную таблицу символов, которые видны из этих функций и из этих файлов, и отдаст их друг другу. А во-вторых, компоновщик прикомпонует дополнительную библиотеку, которую мы попросим, чтобы, например, найти функцию printf, потому что она не содержится ни в одном из этих файлов. Нигде из этих наших файлов нет реализации printf. На самом деле компоновщик сделает гораздо более сложную работу, сейчас я это покажу, потому что он еще прикомпонует исполняющую систему языка C, то есть какой-то еще кусок кода, который мы не писали, который приведет к инициализации стэка, к инициализации кучи, расписыванию каких-то структур, вызову функции main. Кто вызывает функцию main? Не операционная система вызывает функцию main. Операционная система запускает бинарник. В этом бинарнике должен быть кусок кода, который вызывает функцию main. Вот, значит, так примерно все это и будет устроено.
Давайте скомпонуем. Ну, во-первых, давайте запустим сначала так просто. Звездочка.о минус о. Кстати, может не получиться. Прог. Получилось. Вот. Все хорошо. Давайте посмотрим, что при этом происходит. Вот. Какие сейчас действия, то есть какие другие программы будет запускать GCC на эту команду? Значит, Strace — это системный трассировщик системных вызовов. Я ограничился только экзеком, экзек VE, чтобы мне показал, ну, точнее, не совсем системных вызовов, а липсишных вызовов, чтобы мне показали только вызовы экзек, чтобы я посмотрел, что там, да, и, значит, посмотрим. Очевидно, что GCC не будет сам работать, он там нечего компилировать, надо компоновать из объектных файлов. Будет запущен какой-то LD. Вот давайте посмотрим, что при этом происходит. Еще минус F. Извините, минус F. Вот. Ну, давайте смотреть. Много довольно всего. Значит, вот это запуск самого GCC. Запуск самого GCC. Коллег 2 какой-то. LD. И вот здесь запускается утилита LD, собственно, которая и является компоновщиком в случае Linux. Вот она. Вот. Но тут начинаются всякие упражнения. Ну, например, посмотрите, какая у него командная строка. Вот она, где она еще не закончилась. Не закончилась еще. Параметры командной строки у LD, который запустил GCC, они... Давайте попробуем еще больше сделать. Где там LD? Во, LD, тут хорошо видно. Спасибо Грепу. Вот. Вот. А, нет, это переменное окружение. Ну, короче, вы видели, да? Значит, командная строка здоровенная. Но дело даже не в этом. А посмотрите внимательно, какие передаются библиотеки. Вот наши файлы. libgcc, libgccs, libc, lib... еще один libgcc, то есть дублирующая штука. Вот. И где-то тут еще должны быть преамбула и... Вот я прямо отсюда не вижу, но можно посмотреть. Fgrep какой-нибудь, fgrep.o. Точка О, я сказал. Минус-минус color. Что-то я не вижу, где здесь эти самые... А, или точка А. Тоже нет. А, динамик линкер, потому что. Вот. Все это содержится... Ну, короче, вот как минимум много разных библиотек, которые здесь используют. Мы, кстати, можем сделать вот так. Смотрите. Мы можем сказать gcc-static... Сейчас. Во-первых, попробуем. Минус libc. Не стоит libc статический. Давайте его поставим. Сейчас, секунду. Ну-ка. Ну вот. Давайте еще раз этот strace повторим. Попишем тут минус static. Минус static, я сказал. А, не здесь. Здесь минус static. Во. Все равно не вижу. Ну ладно.
Я вас что-то я вас обманываю. Давайте мы замнем для ясности, потому что я что-то вот не вижу ожидаемого эффекта, но для сегодняшнего занятия это значение не будет иметь. Если что, мы вернемся к этой теме. Так. Ну, давайте последняя попытка. Да, не вижу. Ладно, не будем тогда на этом останавливаться. Секунду. Все. Все казалось просто. Его съела. Я неправильно. Вот он. Вот она. Как видите, помимо наших объектников, для сборки файлов этого файла как минимум еще 4 объектника используются. CRT1, CRTi, CRTn и CRTend. То есть к нашему коду на C компоновщик прикомпоновывает еще исполняющую систему. И вот все это вместе образует наш код. Вот. Да. Ну, и он работает, я надеюсь. Продолжает работать. Раз уж зашла такая пьянка, давайте немножко поговорим про статическую и динамическую линковку. Статическая линковка – это простая штука. Состоит она в том, что мы берем из соответствующей библиотеки, вынимаем кусочки, в которых реализованы наши функции. В результате в полученном бинарнике, давайте мы его посмотрим, во-первых, какого он размера. Ну так, не маленький такой бинарник. 3 мегабайта занимает, да? Почти 4. Вот. В результате в полученном бинарнике у нас приезжают все символы, которые мы заказали. То есть те, которые у нас были, плюс еще printf, например, если он есть. Да, сейчас давайте посмотрим. Вон их тут много. И еще кучу каких-то других символов, которые нам не нужны, но которые приехали вместе с тем куском библиотеки, что нам динамическая линковка сюда приделала. Вот давайте уберем оттуда hidden. Тем не менее, их тут все равно дофига. Как видите, ничего из этого нам в программе не нужно, а оно тут есть. Приехало вместе с библиотекой. Но то, что нам нужно в программе, ну, тоже есть на самом деле. Эй. Сейчас. Вот тут надо сделать было вот так. Вот. А, минус V printf. Вот, grep printf. Вот, видите, это сам printf и его реализации всевозможные. Давайте. То есть мы берем, в случае статической линковки, мы берем и складываем в бинарник вообще все, что нужно для его работы, наши объектники. Да, все правильно, Александр. Почти наверняка много из этого нужно для работы интерф. Наши объектники, значит, чужие объектники, как мы видели, стартовая, как бы исполняющая система C, и еще кусок libc, в котором этот самый printf реализован. Динамическая компоновка. Уберем слово static и уберем stress, нам он больше не нужен. Динамическая компоновка отличается от статической тем, что, во-первых, у нас размер нашего бинарника гораздо меньше, вот, а во-вторых, в нем как видите, все еще не определен символ, скажем, printf. И вообще он гораздо меньше стал, этот бинарник. Вот все, что у нас определено в этом бинарнике. Да? И смотрите, действительно, туда сложились все наши символы: и count, и output, да, и main. Еще кое-чего, что приехало к нам, вот какой-то data start. Вот. Но в то же время есть неопределенные символы, например, printf. Видите, его нет. Это версия IB, которая должна соответствовать printf.
как же тогда такая программа запускается? Она запускается и работает. Дело в том, что динамически скомпонованный файл содержит в себе информацию о том, какие дополнительные динамические библиотеки для его работы нужны. Вот. Можно, например, с помощью программы LDD посмотреть. Вот. Вот. Я предполагаю, что printf определен в библиотеке libc. Если мы там нашу программу, как в прошлый раз, собирали с libincursis, мы бы увидели, что при динамической компоновке курсовые функции в нашей программе остаются неопределены, но при загрузке ее в память операционная система также загружает в память и вот эту вот библиотеку и там удовлетворяет эти самые зависимости по симульной от значит, нашего кода на библиотеку. Вот. Я-то хотел рассказать про make, но поскольку речь идет о многофайловой сборке, вот многофайловая сборка. У вас есть две опции: собирать статически, собирать динамически. Вот. Чем хороша идея двухступенчатой сборки? Сначала собрать объектник, потом собрать из объектников бинарник. Но, разумеется, тем, что если мы хотим пересобрать все, то нам на самом деле нужно не пересобирать вообще все изначально, так как мы это делали, когда делали вот так вот, да? Все от начала до конца. А если мы исправили какой-то файл, ну давайте посмотрим внимательно. Сейчас все хорошо, у нас, давайте даже вот так сделаем. Как видите, я упорядочил их по времени. Как видите, файлы у нас исходники более старые, потом идут объектники более новые, и потом идет бинарник самый новый. Да? Если так случилось, что мы отредактировали какой-то файл, вот, получается такая картина, что исходник оказывается новее бинарника, новее объектника. И для того, чтобы собрать программу целиком, достаточно перекомпилировать только исходник. После чего можно собирать снова бинарник уже с помощью компоновки из объектников. Я иногда говорю CC, иногда GCC. В этом дистрибутиве это одно и то же, конкретно в этой инсталляции. Просьба не опутаться. Вот. Что там? звездка.o-o. Прок. Вот. То есть задача не пересобирать все может быть решена, если, внимание, решена задача выяснить, какие файлы надо пересобирать, а какие не надо. И вот здесь уже вступает в свою функцию make и makefile. Ну что, давайте мы создадим тупой makefile, в котором будет написано примерно следующее. const.o собирается из const.c путем компиляции cc-c. Я еще раз предупреждаю тех, кто знает make, это тупой makefile. Минус о, то const.o. Да? Ой. Вот. Мы сегодня его сделаем не тупым, но пока он будет выглядеть вот так. Нет, не так. А, нет, так. Как там у нас? Черт. Забыл уже. Прог. Вот. Ну и наконец сама программа собирается из. Собирается из объектников путем всю эту фигню
минус опру. Вот. Пока оставим это так. То есть мы сейчас описали makefile, в котором абсолютно явно задали, что из чего зависит, от чего зависит и как собирается. Обратите внимание, напоминаю еще раз, что табуляции являются непременным атрибутом makefile, если вы не определили, не переопределили эту табуляцию во что-то по рецепту, который я давал на прошлом занятии. Это разрешено делать, кстати, в решении домашних заданий, если вы от этого страдаете. Просто не забывайте про tabhell и про вот это все. Вот. Ну, давайте мы ради интереса удалим звездочка.o и prog. И скажем make. Нет, не скажем мы make. Мы должны сказать, в make на первом месте идет та цель, которая должна быть собрана первой. Мы могли сказать make prog, например, и тогда он собирал prog. Да? Make prog. Или нет, давайте для начала скажем make fun.o. Что при этом произойдет? Make заглянет в makefile, увидит рецепт для изготовления fun.o. В нем написано, что fun.o изготавливается из fun.si вот таким способом. Когда мы скажем make prog, make заглянет в makefile, увидит, что prog создается из вот таких вот файлов const o, fun o и prog o, каждый из которых создается из вот таких вот файлов по вот таким правилам, и все это создание подряд применит, соберет нам const o, fun o, prog o и из всего вместе соберет prog. Видите, да? Нет. Чего не сделал make из того, что я сказал? Он не стал собирать файл под названием fun.o, потому что этот файл .fun.o был уже новее, чем fun.si. И это правило make посчитал ненужным выполнять, потому что на самом деле мы до этого сделали это сами. То есть задачу пересборки всего мы превратили в задачу анализа дерева зависимостей по сборке, дерева сборочных зависимостей наших файлов. Понимаете, да? То есть вместо того, чтобы пересобирать все, make строит в себя в голове граф зависимости, он не обязательно, к сожалению, дерево, граф зависимостей, но он орграф, что-то зависит от чего-то. Вот. И в этом орграфе определяет, какой из таргетов, какая из целей устарела по отношению к тем исходникам, из которых она делается. Вот. Вот давайте мы сейчас проверим это. Давайте мы внезапно сделаем touch const.o. В результате const.o окажется новее, чем все остальные файлы, потому что у него время, touch изменит ему просто время доступа. Я вангую, что make определит, что prog устарел, потому что один из его составляющих, а именно const.o, новее, чем prog, и значит, его надо пересобирать. Вот. Как видите, make посчитал достаточным тот факт, что мы пересобираем из новых объектников prog, и он будет актуален. Если мы сейчас, например, затачим файл на C, то make совершит две операции. Он сначала пересоберет C-шник, а потом пересоберет бинарный. Собственно, на этом можно было бы и закончить, но, к сожалению, задачи очень... Проекты, реальные проекты бывают довольно сложные, и поддержка всей вот этой сложности в make тоже довольно сложная. Вот. И многое из того, что там есть, мы сегодня не доберемся совсем. Вот. Но кое-чего еще я расскажу. Прежде чем рассказывать кое-чего, давайте я скажу, что можно, например, в makefile определять таргеты, которые вообще не являются никакой сборкой. Вот такой классический таргет для makefile называется clean, который вообще не является никакой сборкой, а просто, видите, у него даже нету то, от чего он зависимый. Да, тут Александр советует вписать цель дефолт. Сейчас сделаем. Значит, цели совершенно не обязаны быть командами сборки. Можно, например, сделать вот так вот. rm-f звездочка.o prog. Теперь, если я скажу make clean,
цель, у которой нету никаких зависимостей, которая выполняется все время, выполнится, и выполнится вот этот RM. Make clean. Вот. Make. Как правильно сказал Александр, в принципе, мы можем просто написать здесь вот цель, которая будет называться all. Скажем, что для того, чтобы собрать all, надо собрать prog. Вот. И этого будет достаточно. Это будет достаточно для того, чтобы первой целью будет всегда цель, которая стоит, ну, как бы, когда мы говорим просто make, первой целью бывает та, которая стоит первая, а здесь мы просто говорим, знаете что, первая цель будет prog, то есть, вот, чтобы собрать all, надо собрать prog. Как видите, это тоже, тут нет никакого рецепта, тут мы просто говорим, что all, это значит, ну, как бы, для того, чтобы собрать all, надо собрать prog, но вот оно так работает. Вот. У меня спрашивает Игорь, будет ли рассказ про CMake? CMake, Autotools, что там у нас еще из таких? Ну и, в общем, еще какое-то количество набор инструментов, они нужны немножко для другого. CMake это не Make. Вот, это более высокого уровня инструмент. И про это рассказ будет на следующей лекции. Вот. Запамятовал, есть еще на питончике, вернее, питонообразный такой инструмент, который на ниндзе базируется. Но неважно. Вот. Я еще не решил, что я буду делать, про что я буду рассказывать. В прошлом году был рассказ про Autotools. У него есть свои достоинства, свои недостатки. Если я подготовлюсь к другому, вот, то будет другое. Давайте мы немножко упростим содержимое нашего файла, воспользовавшись вот такой интересной конструкцией. Мы можем сказать, что файлы .o готовятся из файлов .c по следующему принципу. cc-c. Дальше нам надо написать, из какого файла. Ну, это делается так. Доллар и меньше. И минус O в какой файл? Доллар, таргет. Вот. Это шаблон, который будет говорить о том, что для того, чтобы из файла .c изготовить файл .o, надо вызвать cc-c, здесь подставить вот этот .c исходник, а здесь поставить таргет, да, вот это как бы цель. Да, вот, поскольку бибячка похожа на таргет, это значит таргет. А поскольку меньше похоже на перенаправление ввода, это значит input. Мы можем смело удалять все вот эти строчки, потому что теперь мы будет работать так. А, нет, еще не все. Еще мы должны написать... А, ну да, нет, все правильно. Мы можем смело удалять эти строчки, потому что теперь make будет работать так. Мы говорим прогу, мы говорим make, дорогой make, я хочу all. Make говорит, all это прог. Говорю, хорошо, прог. Прог это const o, fun o, прог o. Make такой. Как сделать const o? Жух, жух, жух. Непонятно. А, нет, понятно. Смотрите, есть const.c и правило, как из const.c сделать const.o. Фух, можно сделать const.o. Сделаем. То же самое про fun, то же самое про prog. Да? Значит, вот этот шаблон будет анализироваться make'ом на предмет того, а нельзя ли из имеющегося набора шаблонов сделать вывод о том, что для сбора prog надо использовать вот такое правило по умолчанию. Давайте проверим. Обратите внимание, что make clean all это сначала make clean, а потом make all. Вот это make clean. И да, смотрите, он вполне себе справился с задачей. То есть на основании вот этих данных о шаблоне make сделал вывод о том, что для сборки prog надо сначала собрать const.o, а const.o собирается из const.c с помощью вот этой команды. Вот. И сделал это. Вот оно. Ну и дальше он поступал так же. Как видите, в make есть подстановка переменных. Это специальные переменные. Это список, это входной файл, это список, это выходной файл. Но в make есть также обычные переменные. Можно написать, например, trash или нет, генерат. Генерат равно, что у нас там? Звездочка .o prog. И здесь написать rm-f $генерат.
обратите внимание, что в Makefile подстановки делаются через доллар круглые скобки имя переменной. Если вы забудете круглые скобки, то у вас будет имя переменной состоять из одной буквы. Очень старая утилита Make, очень старый синтаксис, такое вот упрощенчество. Да? Вот смотрите, если я забуду скобки, видите, доллар G выделилось другим цветом. Да, потому что по умолчанию почему-то считается, что переменная из одной буквы состоит. Ну вот. Ну, давайте еще интереснее, там какой-нибудь трэш равняется звездочка точка баг. О. И еще тут трэш ударим. Вот. Make clean. Смотрите, какая красота. Make. Вот. На самом деле, наш Makefile можно еще сильнее упростить. Да нет, жалует, смотрите, Александр, вот же работает. Это вы с шеллом путаете. Вот шелл очень не любит пробелы перед и после равно, а мейку все равно. Значит, вот же, смотрите, все хорошо сработало. Так вот, на самом деле мы можем еще упростить наш Makefile, потому что в действительности очень много правил подобного рода прибито гвоздями уже сразу в Make. Список этих правил можно посмотреть с помощью Make-P. Много. Давайте посмотрим, сколько. 1337 строк. 1330, это не специально, я знаю. 1337 строк в списке правил. Вот. Да. С комментариями. Которые... Сокращенец спрашивает, будем ли мы углубляться в синтаксис. В синтаксис Make у нас уже час наших с вами встречи прошел. А про Make можно рассказывать годами. Вот. Что успеем, то расскажу. Вот. По крайней мере, я упомяну, что оно есть. Но сейчас мы идем про умолчание. Давайте мы посмотрим, что там с сишными файлами-то. Господи. Точка C. Сишные файлы. Вот. О, это правило есть. Мы могли не писать. Обратите внимание. Вообще. Окей. А, нет, это не оно. Это наше правило. Простите. Это наше правило. Это правило, которое написали мы. Видите? В действительности он слегка сложнее. Чтобы получить файл из точка .o, из файла точка .c, нужно запустить нечто под названием команду, которая лежит в переменной compile.c. Не обращайте внимания на точку. Переменные в Make могут быть любые, в том числе compile.c. Да? Дополнительно к нему навесить содержимое переменной output option, и все это вот. Что такое output option? Ну, очевидно, output option — это минус о доллар таргет. Вот. Ну, давайте поищем ради интереса, что такое output option, но вы меня уже поняли, что в действительности смотрите, я как в воду глядел, output option — это минус о доллар таргет. В действительности compile в C, в Make создана большая иерархия всего по умолчанию. Давайте поищем compile.c. Это .cc. А где .c? Вот. Большая иерархия переменных и правил по умолчанию, с помощью которой можно вообще не писать ничего в Makefile, кроме нужного. Например, compile.c, то есть вызов компилятора, это вызов чего-то под названием cc, но это уж, наверное, не как компилятор C. cflux, cppflux, еще targetArch, еще минус c. И так дальше, и так дальше. Давайте, сообразно этими знаниями, модифицируем наш Makefile. Во-первых, уберем вот эту фигню и посмотрим, что получится. Предположительно, в связи с тем правилом, которое мы смотрели, Make догадается, что поскольку у нас есть файл const.o, fun.o и proc.o,
Думаете, что точка C про другой файл? Ну, давайте посмотрим. Тут Андрей мне указывает, что правило про точка C не то же самое, что правило про точка C маленькое. Да? Давайте попробуем проверить. У меня такое ощущение, что нет, что это одно и то же. Странным образом это одно и то же. Почему то ли make не различает их, то ли что, ну вот факт остается фактом. Возможно, make не различает большую и маленькую букву в расширениях. Это очень может быть, кстати. Нет, я думаю, что это просто C. Вот, давайте, кстати, проверим этот факт. На самом деле мы это прямо сейчас проверим, да? Мы не нашли файл для точки C маленький, тем не менее, make у нас будет работать сейчас. Make clean, make. Так что все как надо. Обратите внимание на вот эти пробелы, откуда они там взялись. Это место для вставления переменных cflux, cppflux и вот всей этой ерунды, которые у нас равны нулю. Теперь мы можем даже, вернее, которые у нас пусты, теперь мы можем даже хитрее поступить. Мы можем воспользоваться тем фактом, что у нас вот здесь вот, то есть наоборот, о центр.c, compile c нам нужен, да? Тем фактом, что в этом правиле вставляются cflux, cppflux и targetArch, и, например, задать cflux вот здесь. Минус g. Я вам говорю, что поскольку этот cflux, это неправильное слово, вот это правильное слово, используется там в правиле по умолчанию, то сейчас у нас при сборке возникнет минус g при сборке каждой из наших clean all. Та-дам! Вот он, этот минус G подставился. Вот. Если я сейчас напрягусь, я, наверное, даже попробую и вот эту часть упростить. Потому что она тоже должна быть... сейчас давайте попробуем, напряжемся. Ну, возможно, тут так просто не сделаешь, потому что там надо файлы указывать. Давайте попробуем. Поищем вот так вот. Loadlibs. $target. Да нет, вы знаете, все будет хорошо. Я думаю, что все будет хорошо. Ну-ка, давайте попробуем. Та-дам! Вот. Обратите внимание опять на вот эти пустые места. Здесь были loadlibs, а здесь были где-то там еще должны быть ldflags'ы. Вот. То есть перечисление библиотек и ключей, с которыми мы должны собирать нашу программу. Как видите, опять-таки по тому факту, что у нас есть... давайте вот что, сокращение. Давайте мы этот вопрос разберем не на лекции, а в чатике. Возможно, я действительно ошибся, тогда я поправлюсь. Но мне кажется, что там одно и то же. Я тут все-таки решил проверить сообщение уважаемого сокращенца о том, что точка C большое, это не точка C маленькая. Вот. И выяснилось, что, видимо, да. Смотрите, вот я после лекции делаю. Сейчас, вот что у нас там. %.o двоеточие %.c большое $ compile.c большое. Теперь давайте посмотрим, что там про compile.c большое. compile.cc. Видите, .cc. Кстати, compile.c маленькая, это compile.c C. Вот. А compile.cc, как видите, это csx.c++. Да? Ну, давайте для окончательного решения этого вопроса g++. Вот. Итога C маленькая, это C, а C большой, это в конце концов вырождается в C++. Вот такие дела. Значит, смотрите. Так вот, видите,
мы довели наш уровень умолчания до того, что вообще мы говорим, что, вот, знаете, вот прок собирается из вот этих файлов, а как собирается? Ну, у тебя же по умолчанию написано. Вот. Теперь мы можем точно так же считерить и сказать ldlibs равняется libz равняется минус lm, который никому не нужен, и он с ним не соберется. Но, как видите, он сейчас появится. Вот он появится в нашем рецепте. Вот. Такая вот аккуратненькая получается картинка. Так, что еще можно сказать про make? Успеть? Ну, как видите, вот тут вот в конспектах, вернее, в статье написано про то, что $target это target, доллар меньше это первые зависимости, доллар вверх это все зависимости. Вот, ну, в общем, вот. А, вот смотрите, еще мы можем при запуске make перебивать те переменные, которые мы здесь задаем. Например, если мы скажем make ну, clean, естественно, чтобы был clean, make all, что там у нас, cflux равняется минус error, то тот минус g, который мы задали в makefile, перебился на минус error. То есть, когда мы перебиваем переменные снаружи при вызове make, это перебитие имеет более приоритетный статус, чем то, что мы делаем внутри. Вот. Если мы хотим, по-моему, вот так надо сказать. Нет. А. Нет, не работает. Ну, в общем, вот. Вот он, да? А точка C большой, это что-то другое. Вы это хотели сказать. Ага. Ну, смотрите, я все-таки повелся на поводу у сокращенца и посмотрел, действительно, точка C маленькая, точка C большой, это одно и то же или нет. И он оказался прав в том смысле, что вот оно правило для... Давайте даже не так сделаем. Минус c2 минус сейчас b, а нет, минус a2 точка c большая. Вот. Нет, минус a4 5. Вот. Точка у двоеточие процент точка c большая. Вот. Чё? Вот. Да, значит, это для C, а это для C маленькая. Но в действительности это примерно одно и то же. Ну. Вот. Идея стоит в том, что у вас действительно в вашем проекте может compile C означать, например, не C, а C++ или еще какую-нибудь ерунду. Ну, спасибо сокращенец на то, что указали, что действительно есть нормальный на точка C без, ну, с развлечением размера букв в расширении. Спасибо. Что еще может быть в make, помимо того, что мы уже обсудили? Может быть, например, подстановка с заменой. Например, если мы хотим вот здесь вот не все точка O удалять, а только те точка O, которые из наших C генерятся, то нам нужно сделать так. Нам нужно написать что-то типа доллар нет, все еще интереснее. Надо сначала сделать global, да? Давайте почитаем, я уже не помню. А, давайте попробуем. Сейчас. Я пытаюсь вспомнить. Давайте эхо. Доллар.
Как там? Звездочка точка си точка точка о равняется точка си. Так, по-моему, работать не будет. Что-то мне кажется, что надо сначала вызвать функцию glove. Да, надо еще подстановку сделать. Вот здесь вот вместо звездочки точки си надо какой-то substitution. Ща. Ну, давайте посмотрим. Там есть string functions. Сейчас мы в них посмотрим и увидим. Functions. File name functions. Wildcard. Он называется wildcard. Вот он. Не работает. Ну что это такое? Так, давайте сделаем хотя бы хоть что-то заработало и на этом остановим. Так, sources dollar wild card звездочка точка си эхо. Ну нет, не работает. Где-то, может, я себя обманул, да? Может, я себя обманул, извините. О, все, это ошибка в лекции. Вот здесь ошибка в лекции. Короче, не ошибка, а... Да. Короче, вот. Смотрите, какая штука. Вот здесь вот мы вызвали функцию wildcard, и у нас в результате в переменную sources попало список файлов, которые соответствуют шаблону звездочка .c. А вот здесь вот мы взяли и подменили .c на .o, вот, при подстановке переменной, и получили то, что получили. Получили вот это. Теперь мы можем вместо трэша вместо генерата удалять именно доллар, вот эту штуку. Вот, вот это важно. Чоми тут задает, зачем нужен make clean. Сейчас я расскажу. Это хороший вопрос. Так, вот это мы уберем. Вот так оставим. Только эхо еще уберем. Вот. Значит, что касается make clean. Значит, смотрите. Вот у нас есть наш проект. Он состоит из исходных файлов, в котором который суть сишники, makefile и header. Когда мы собираем этот проект, скорее всего, лежит у нас в гите, или мы из него собираем тарболы. Ну, как бы 20 лет назад из таких вещей собирали тарболы и их распространяли. Сейчас мы это делаем, говорим git add и делаем git push, храним это в гите. В гите и вообще в структуре, которая хранит исходные тексты, можно хранить только исходники, которые не перегенерируются. Бессмысленно хранить в гите генераты. Более того, это слегка даже опасно, потому что они могут оказаться неправильной версией, неправильной архитектурой и всего неправильного. Когда мы создаем большой проект, очень часто в процессе создания этого большого проекта создается большое количество лишних файлов, тех самых генератов, промежуточных значений, каких-то временных файлов, результатов нашей деятельности и всего остального, которые мы не хотим хранить нигде, и вообще мы хотим удалять, перед тем как. Вот, ну, например, пожалуйста, вот у нас создался файл в proc.o. Вот. Вот у нас создались все эти файлы. Как видите, все. Какие из этих файлов нужно в? Какие из этих файлов нужно хранить в репозитории? Вот эти. Но это нам хорошо, мы знаем примерно, какие нужно, какие не нужно, да? А если, например, это какие-то генераты, ну как это делает, допустим, какой-нибудь LexYAK, да? Это файл на C, он генерирует файлы на C из исходников на YAK. Ну,
довольно нормальная практика генерировать из чего-то высокоуровневого файл на C. Это тоже надо удалять. Иначе мы будем иметь дело с каким-то сишником, который на самом деле, значит, не является исходником. Вот. Вторая идея. Значит, первая идея — просто очищать наш репозиторий, наш каталог от того, что не нужно, что собирается в процессе работы, в процессе сборки проекта. Вторая идея состоит в том, чтобы делать полную пересборку. Мы уже теперь убедились, что make говорит: не-не-не, ребята, у вас все готово, ваш прог уже сделан, да? И даже если мы оттуда что-то одно удалим, например, вот так, он скажет: ну что, хорошо, у тебя не было файла fun.o, а мы же из него делаем. Сейчас я сделаю из файла fun.o, из файла fun.c файл fun.o, а из него сделаю прог. Все будет хорошо. Но если мы хотим сделать полную пересборку, мы должны удалять все генераты, чтобы проверить, а насколько оно вообще продолжает пересобираться. Вот. И вот тогда будет все хорошо. Мы с вами будем, когда перейдем к более сложным конструкциям, будем хранить довольно много исходников, и у нас будет генериться довольно много генератов. Вот все эти генераты мы клином должны удалить. Но в замечаниях Чоми есть один резонный момент. Если мы пользуемся Git-ом, мы можем вообще повести себя по-другому. Об этом я расскажу на следующей лекции. Или, может быть, на этой, дайте подумать, сколько у нас времени. Осталось 5 минут. Нет, на следующей лекции расскажу. Если мы пользуемся Git-ом, то у нас есть другая опция. Мы можем сделать clean не с помощью make, а с помощью Git-а. Сказать: Git, вот тут нагенерились какие-то файлы, я их никуда не добавлял, у них их нет в репозитории, они тут в рабочей копии являются мусором. Удали их все. И он их удалит все. И это даже удобнее, чем в makefile описывать какую-то логику того, какой файл является генератом, какой не является. С другой стороны, иногда бывает, хочется хранить в Git-е генераты. Например, ситуация, когда мы что-то для публикации готовим. В общем, эти две задачи, удаление с помощью Git-а и удаление с помощью makefile явным указанием, они немножко разные. Вот такие дела. Вот. Если же у вас нет системы, которая отслеживает файлы нужные и ненужные, то makeclean становится просто... Вам никто не мешает сказать в makefile make и подкаталог. Ну давайте, вот ради, значит, отвечаю на вопрос, как быть с подкаталогами. Допустим, у нас есть подкаталог subproject, ну не знаю, там, lib, да? Ой, слушайте, нет. Давайте я по-другому сделаю, братцы мои. У меня осталось 5 минут, не буду отвечать на вопросы под патологию, но вы уже поняли, что я хотел. У меня там есть свой файл, makefile, и мы можем из этого make вызвать тот, и никто не будет против. Давайте мы по-другому сделаем. Я приведу еще два примера важных, которые важны для сегодняшней лекции. Первый пример. Мы можем положить наш const-c, fun-c в библиотеку и скомпоновать наш прокси с библиотекой. Это делается следующим образом. Сейчас я найду, у меня есть пример, чтобы время ваше не тратить. Да, вот здесь. Вот он. const.o и fun.o. Вот у нас есть два. Давайте еще вот так сделаем. cflag сравняется минус static. Да блин. Вот у нас есть два объектника. Кстати, он не нужен, минус static. Ну ладно, это я отступил. Который мы хотим сложить в библиотеку. Делается это с помощью команды R. Вот. R — это, вообще говоря, просто архиватор. Самый обычный. Не следует путать архиваторы с упаковщиками. Архиватор — это штука, которая делает из многих файлов один, внутри которого лежит архив. А упаковщик — это который делает из большого файла маленький. Вот. Вообще говоря, это разные вещи.
Вот архиватор — это штука, которая делает из многих файлов один. Она из двух файлов const oi fun.o сделает один архив libout.a. И этот libout.a в действительности представляет собой архив, его можно посмотреть. Сейчас мы посмотрим командочку, а вот он. В нем содержатся два файла. Const.o и fun.o. И еще, наверное, на него можно посмотреть другим способом. Да, мы можем с помощью утилиты NME, которая показывает таблицу символов, посмотреть, в каком из этих, значит, файлов, какие символы определены. Ну, довольно удобно. Вот он требует... U undef не определен, T определен, D define. А T — это, значит, функция. Вот. И теперь мы можем скомпоновать нашу cc-static proc минус c минус минус c. Теперь мы можем скомпоновать нашу библиотеку, нашу программу proc.o с библиотекой libout. Смотрите, cc-static proc.o минус loud минус o prog g. Но для этого нам нужно сказать что-то типа, где искать библиотеку, да? Минус l, минус l, точка. О! Значит, что сейчас произошло? Я компоновщику посредством интерфейса CC, но мы видели, что он вызывает компоновщик, сказал буквально следующее. Значит так, возьми объектник proc.o, возьми библиотеку libout в текущем каталоге, ищи ее в текущем каталоге, L большой — это где искать, в точке. И вот все это вместе, пожалуйста, скомпонуй и сделай файл под названием prog. Вот он. Довольно смешно. Есть библиотека, которая называется libiberty. Libiberty. Зачем она libiberty? А потому что, когда ты говоришь минус L ей, то поскольку, видите, здесь чтобы скомпоноваться с libout, нужно сказать минус L out. А чтобы скомпоноваться с libiberty, надо сказать минус liberty. Вот. Это была статическая компоновка с библиотекой. И, как видите, статическая библиотека — это просто такой архивчик наших объектников, ну, со специальным образом организованным заголовком. А еще, и на этом мы сейчас закончим, а еще мы могли скомпоноваться с ней динамически. Давайте мы сделаем clean. Кстати, вот он, спасибо большое сокращенцу, который намекнул на то, что clean нужен для того, чтобы собираться с другими параметрами. Да, и давайте попробуем сделать так. Значит, make proc.a.o. Ну, все объектники сделаем, которые есть. Fun.o и const.o. Сделали все объектники. Вот. А теперь давайте соберем из них бинарник, который .so. Сейчас и посмотрим, как это сделать по-быстрому. А, только минус шарит надо ему сказать, на всякий случай. Хотя, может быть, и не надо, сейчас посмотрим. Вот. Да. Давайте попробуем собрать из этих файлов шарит библиотеку. Ой, какая фигня! Не хочу, говорит, собирать. Что я сделал не так? Как правильно нам советует LD, то бишь компоновщик, мы когда собирали вот наши объектные файлы, мы их собирали непредназначенным для динамической сборки способом. Мы не можем сделать из этих файлов динамическую библиотеку, потому что там есть какие-то... Что? А по-русски можно? В смысле, по-английски? Relocation against symbol count can be used with making shared object. Ну, короче, мы при сборке вот этих объектников сделали позиционно зависимый код. А нужен позиционно независимый, fpic, position independent code. Давайте сделаем. Значит, давайте все удаляем. Создаем cflux равняется минус fpic. Position Independent Code. Вот.
Теперь создаем из вот этих двух файлов библиотечку, либо out.so. Вот она. Это совершенно другой тип файлов, я уже заканчиваю. Это совершенно другой тип файлов. Это если файл libout.a, файл libout.a был arr-архивом, то файл libout.so... Ой! Ну давайте еще разок. Это такой же ELF, как и другие файлы. Ну, почти ELF, на самом деле, видите, он содержит какие-то более хитрые build ID, то есть мы же его собирали как библиотеку, да, у вас. Но, тем не менее, вот здесь вот он совпадает прямо один в один. Вот. И теперь мы можем вот с этой библиотекой libout.so динамически собрать наш proc.o cc proc.o минус l. минус loud минус o proc. Все, пожалуйста. Че? А. Проблема. Сейчас я про это расскажу и закончу. Значит, смотрите. Статически собранная программа работает. Динамически собранная программа не работает. Говорит, где тот самый libout.so, с которым ты меня слинковал? Ой, что не так? Правильный ответ. По умолчанию за поиск библиотек динамических, которые нужно загружать в память вместе с нашим бинарником, отвечает вот это, по-моему, вещь. То есть есть какой-то настройка где-то вот. Вот. Как видите. Ничего там нет. И эта настройка, она общесистемная. То есть вот этот файл deso-cache, в нем написано, где что лежит. Если мы кладем эту библиотеку не туда, а туда, это значит примерно в одно место. Либо сюда, либо вот сюда. Вот либо тут они должны лежать. Если мы кладем нашу библиотеку не туда и не туда, мы не сможем запустить нашу программу, потому что она говорит, я не знаю, где искать библиотеку libout.so. Но для того, чтобы запустить, достаточно просто сказать ld library path равняется pvd. Ой. Да? И вот после этого она заработает. Да. Почему? Потому что вот эта переменная скажет нашему компоновщику: чувак, у тебя вот в этом каталоге тоже есть библиотеки, ходи туда. Он сказал: о, туда, хорошо. Вот, и все заработало. Что-то я последний хотел сказать и на этом закончить. А, еще другой способ сделать по-другому. Вы можете сделать так. Вы можете заранее загрузить вашу библиотеку в память сразу. LD preload. LD preload, говорю. Reload равняется вот эту штуку libout.so, ну и ну только не так вот, конечно, а полный путь так конечно работать не будет. Вот полный путь вот такой. Нет, а что я не так сделал? Ничего там не лежало, Александр, в LD Library Path. По умолчанию оно пустое. Вот я почему-то LD Preload не работает. Может, я что-то не так сказал? Странно. Ну ладно, бог с ним. Я это в следующий раз проверю, что оно ничего не нравится-то. Не находит. А, вот оно что. Он ее нашел, но не нашел. Ну ладно. В общем, LD Preload не заработал, ну и фиг бы с ним, в конце концов, не больно-то и хотелось. Ща, а если вот так напишу? Стойте. Нет. Короче, ладно, фиг с ним, с LD Preload. Он не заработал, вот, но LD Library Path вполне работает. Так, мне кажется, я уже вылил больше времени, чем обещал. Чего я не успел сказать?
В действительности существует не один только Make. Существует довольно много других систем низкоуровневой сборки, аналогичных Make. Они делятся примерно на две неравные части. Первая часть — это специфичные для разных языков программирования. В Java свой, в PHP свой, в Haskell свой, в Lisp свой, в C++ есть Boost, ну и так дальше, и так дальше, и так дальше, и так дальше. И вторая часть — это замены Make, ну, скажем так, более простые. Народ очень ругается на то, что Make очень сложный. Можете поглядеть на вот литературу, тут есть всякие, в плане лекции есть всякие ссылки на документацию. Вот. Даже самый старый учебник все равно довольно такой впечатляющий. Вот. И есть, например, такой инструмент Ninja. Есть такой инструмент Ninja, который как раз предназначен для того, чтобы писать файлы, похожие на Make, но не читать их. Он предназначен для того, чтобы генерировать. То есть вы генерируете этот самый ninja файл, ninja все собирает, а генерация этого ninja файла занимается более высокого уровня инструмента. Почему нам нужны более высокого уровня инструмента? Потому что мы можем захотеть собирать наши программки в такой операционке или в сякой операционке, а там в одном месте лежит путь или в другом месте лежит путь. Там есть библиотека, нет библиотеки. Мы сами захотим включить эту библиотеку при сборке, не включать ее при сборке. Короче говоря, очень много содержимого Makefile для больших проектов сильно зависит от того, есть ли в этих больших, есть ли в текущем сборочном окружении соответствующий компонент, и если есть, то где он лежит, если есть компилятор, как его запускать и так дальше. К сожалению, в самом Make инструменты поддержки этой штуки есть, но они действительно сложные. Вокруг Make написан целый слой высокоуровневых инструментов, который называется Autotools, который этим занимается. Вот. И вот этим инструментарием адаптации под сборочное окружение и параметризации порождения вариантов сборки мы займемся в следующий раз. Возможно, там будет CMake, а возможно, он будет только упомянут, это уже другое дело. Все, если какие-то вопросы задавайте, потому что, видите, я частью тупил, а частью просто просрочил время. Вот. И в следующий раз тогда занимаемся более высокоуровневыми инструментами сборки. Вот. Скорее всего, это будет не то и не то, а сейчас скажу, что это скорее всего будет. Если я нормально подготовлюсь, то это будет... А, Мизун. Мизун, вспомнил. Спасибо. Вот, значит, если это будет не Autotools, то это будет, скорее всего, Мизун. Вот, возможно, CMake, но черт его знает. Лекции по C не будет, потому что, ну, куда же еще по C-то лекции у вас? Это не здесь. Я рассчитываю, что C вы знаете. Все, значит, если нет вопросов, еще раз прошу прощения за то, что уже минут на 15 всех задержал. Значит, домашнее задание, вот оно, домашнее задание, там все написано в домашнем задании. Вот, сейчас, где оно? Да. Не забудьте переименовать каталоги, потому что вот, да. Ну и, собственно, все. До свидания, спасибо. Вот, встретимся в следующий раз, поговорим о чем-нибудь. Это может быть CMake, но вероятность этого низкая, потому что я потом объясню, почему. Вот. Ну и, собственно, до встречи в эфире.